В Краснодарском крае новорожденного мальчика назвали Краснодаром. Список необычных и самых распространенных имен, которыми называли новорожденных, в прошлом году опубликовало краевое управление ЗАГС. По информации регистраторов, необычными именами для мальчиков стали Лео, Елисей, Микан, Йосин, Грач, Логман. Одна семья из Краснодара даже назвала своего сына Краснодар. Также в числе необычных имен младенцев Адольф, Мерседес и Воля. Для девочек необычные имена были такими: Йорина, Мерседес Анна, Елизавета Яла, Золотая Валентина, Яна и Вера Надежда. А самые популярные имена мальчиков: Артем, Александр, Михаил, Тимур, Богдан, Никита, Владимир, Ярослав, Арсений, Сергей, Алексей. Девочек чаще всего называли София, Мария, Ева, Милана, Варвара, Василиса, Арина, Екатерина, Валерия и Александра. Я напоминаю, что партнер выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».